Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. Сегодня хочу предложить вам сайт RevShareMax. Почему он привлек мое внимание? Потому что, ну, во-первых, здесь бонус 5-долларовый до старта, который состоится 16 декабря. И мы можем начать работу с него. Но сразу надо сказать, что вывод возможен только при покупке одного пакета. Без этого вывода нету. Комиссионные здесь распределяются следующим образом. 10% с первой линии поступают на баланс на вывод, а со второй линии дополнительный процент поступает на repurchase баланс. Вот небольшая такая разница по сравнению с другими подобными сайтами. Пакеты в 5, 10, 20 и 40 долларов. Рекламные пакеты. Процент прибыльности видите сами. Не буду на них останавливаться. И здесь такое условие. Для покупки более дорогого пакета необходимо иметь 50 пакетов предыдущей цены. То есть фактор какого-то сдерживания здесь есть, что неплохо. И очень амбициозно так со стороны администратора, платежные системы PayPal, Paisa и все. И все. То есть две самые ответственные платежки. Ну, надо полагать, админ там верифицирован и имеет определенную репутацию в этих платежных системах. Перед регистрацией необходимо вот в этих двух разделах прочитать информацию FAQ и Terms. В FAQ нам пишется о том, что доход, предполагаемый доход, который будет приходить на наши пакеты, ну, там на максимуме было 65%, то есть 67%. Получается, вот здесь раскладку они записали, чтобы нам было более понятно. 13%, вот они, это реферальные. 20% уходят администрации сайта. И в итоге минус-минус остается 67%. Вот эти 60% и составляют так называемый бассейн дохода. Вот из него и выплачиваются наши доходы. Всем нам надо понимать, что админы денег не печатают. Вот это вот так называемый бассейн дохода, вот из него и платятся наши доходы. И в Terms другая информация, которая нам интересна, в принципе, интересно все, но важное. Выплаты в течение 48 часов. Минимальная выплата 2 доллара, максимальная 150. И вот здесь еще раз написано, что для того, чтобы получать выплату, необходимо купить хотя бы один пакет. Итак, вот эти основные положения, которые надо учитывать при регистрации на таких сайтах. И сейчас мы вместе с вами пройдем регистрацию. Я еще тут не зарегистрирован, так что все это проделаю вместе с вами. Кликаем по кнопке «Регистр», со вкладки «Регистр» попадаем вот на такую страницу. Страницу регистрации. Всю регистрацию проводим на латинице и соблюдаем правила данного сайта. Поехали. Здесь имя, здесь фамилия, здесь ваш логин, у меня подставился, email адрес подставился. Пароль. Сейчас будет проверяться на сложность пароля.
Повторяем пароль. Нормальный. Здесь пишем почту, которая одновременно является нашим счетом в PayPal. Советую это проделывать в любом случае. Вот, например, у меня PayPal не работает, но адрес я заполняю. То есть не работает в каком плане? С него покупки возможны, но на него мне деньги не приходят. Проверяем, что все правильно. Здесь у вас будет имя вашего пригласителя. Так как я напрямую, без пригласителя, у меня этого нету. Здесь вводим вот этот вот секретный пин, так называемый, или капча, кому как удобнее называть это. Тут регистр не важен. Можно все заполнять в одном и том же регистре. И после проверки нажимаем на кнопку регистр. Капча неправильно. Так, еще раз, значит, она устарела, скорее всего. Такое возможно. Вот она свежая. Для того, чтобы обновить капчу, если вы долго читали, это происходит именно поэтому. Можно просто по ней кликнуть, и она обновится. Соглашаемся с условиями еще раз. И пробуем. Сейчас, наверное, опять не получится, потому что капча не хочет обновляться у меня. Все нормально. Смотрите, опять та же самая капча. Здесь у них что-то неладное. Только попробуем с соблюдением регистра. О, получилось. Ну что же, и на старуху бывает прорука. Так, письма нету. С подтверждением аккаунта нету письма. Нам предлагают сразу залогиниться с этой вкладки. Кликаем. И заходим, наверное, в свой кабинет. Да, это и есть наш кабинет. Вот здесь можно сохранить пароль. Вот он, наш кабинет. Очень похож. Точнее, он даже один в один со StartRefresher. Тот же самый скрипт. Так, здесь нам надо взять свои реферальные ссылки и баннеры, то есть промо-материалы. Для того, чтобы продвигать этот сайт и набирать команду. Вот под этой вкладкой. Кликаем по ней. Берем
Вот она, реферальная ссылка. И вот они, коды для баннеров. Ну что ж, на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.